Стекс. Ну, понеслась. Сегодня играем в Galactic Civilization 3. А, тут есть много рас, люди, дринжины, алтариане, еще одни люди, которые за другую сторону. Иридиум, Синдикат, Улей, Сингулярность, во. Мне импонируют эти парни такие. Поэтому я сделал себе тоже расу, которая опирается на концепцию сингулярности. То есть один разум, а все остальное детали, части. В общем, вот сингулярность, Канийское убежище, слайн, не знаю, что это за парни, но выглядит как желе с мармеладками внутри. Таланская контингентность, какие-то жуки очень интересные. Тарианский режим, я помню, они какие-то, у них особенность водные, да, вот они какие-то водные. Арсианская империя, что-то у них такое странное, они там, на метеоритах у них, короче, корабли, это куски метеоритов, они их облагораживают. Даже не знаю, улитка. Вот это новые расы, даже не вот эти, ну да, вот это предпоследние новые расы. А вот это последние новые расы. Прикольные парни такие, собачки. Мелкие совсем уж. Белки. Еще одни люди. Люди любят соперничать, так сказать. Посмотрим, что по расам. В общем, можно сделать свою расу. Вообще любую, как угодно. Вот у расы есть свои свойства, способности, особенности цивилизации. Так вот. Ты можешь выбрать вот отсюда, по-моему, две, да, две особенности. А здесь, ой, я не помню, сколько на старте их было. Особенности сейчас глянем. Создаем цивилизацию. 5 поинтов, кажется, ну-ка. 2, да, 5 поинтов, в общем. У тебя есть 2 очка выбрать здесь что-то и 5 очков выбрать здесь что-то. Но ты можешь минуснуть себе какую-нибудь особенность, сделать вот мораль минус 0,5, либо, я не знаю, военная подготовка минус 30, там, храбрые, стойкость минус 30%, то есть тебя легче будет захватить, там, не знаю, продакшн у тебя минус 30, исследование минус 30, влияние, денег, рост популяции населения на планетах, содержание, то есть стоимость за вход, сколько будет стоить содержание, сколько денег снимает с тебя за все планеты, за корабли, за звездные базы, вместимость, тоже неприятная вещь, то есть, ну, мало на корабль ты сможешь навешать всякого, там вешается и двигатели, и оружие, и броня, и радары, сканы, и всякие бонусные модули, там, транспортные модули, исследовательские модули, короче, всякая полезная фигня у тебя не поместится на корабль. Строительство кораблей, там, минус 30, ну, либо плюс 20, вот такая фишка здесь, да, что... А вот с этими вообще плюс 10. Где-то году так в 2015, когда я только столкнулся с этой игрой, тут бонусы были по шикарней, плюс 20, по-моему, и это все можно было. О, кстати, влияние плюс 15, странно. Ну вот, в общем-то так. Сейчас пробежимся по оставшимся. Доходы от туризма популярные, плюс 20, либо минус 30. Потом ценность торгового пути, это торговцы там составляют линии между планетами. Фермеры, пища, то есть большее население на планетах. Не знаю, мне лично как-то обычно это не особо нужно. Поэтому я минусую себя, по-моему. Сейчас глянем там. Жестокие, проще захватывать планеты. Храбрые, более устойчивые к захвату своей планеты. Стойкие, ХП кораблям плюс 20%. Точные. Точность плюс 20%, уклонение плюс 20%, либо минус 30%.
выносливые. То есть корабли вот посражались, там один корабль был уничтожен, второй повредили. В общем, чинятся корабли не очень хорошо, поэтому порою надо кораблик вообще выводить из, ну, с передовой линии и отправлять куда-нибудь на базу, чтобы он там ходов 20 ремонтировался. Вот такая вот фишка есть, что он там будет ремонтироваться на 20% быстрее. Неплохая, но я, по-моему, себя тоже минуснул. Предприимчивый, это дальность полетов. Есть ограничения на то, как далеко может отлететь от твоей планеты, твоей звездной базы, твой корабль. И вот такая вещь на старте особенно очень полезна. Располагающий это бонус дипломатии, ну, с ботами как раз таки полезно, а так против людей играя, ну, там тоже есть особенность того, что всякие есть интересные фишки, договора исследовательские, поделиться виженом своим союзником, там, договориться о взаимодействии и тем самым бустануть плюс 30%, это что такое там, в общем, либо производство, либо исследование, либо денежки. В общем, то есть вы, ничего не теряя, договариваетесь с кем-то еще и можете, вот да, оба иметь бонус. Но это нужен там тоже очки дипломатии, потому что если очков нету, значит у вас не очень хорошие с ним отношения, а эти договора там доступны с плюс 3 или плюс 4, только оттуда начиная, при хорошем отношении. Наблюдательная дальность датчиков. Хорошая вещь, но сейчас посмотрим, что я там сделал. Я уже не помню, я однажды один раз настроил, потом пару раз подправлял и, в принципе, определился, что вот мне идеально заходит мой билд. Быстрые ходы плюс 2. Отличная тема, особенно на старте, когда у всех кораблей всего 4 хода. Иметь хотя бы плюс 1, а уж плюс 2 вообще жирно. И организованные, логистика плюс 3, логистика плюс 6. Тоже отличная вещь, потому что в конечном счете логистика упрется в потолок. Сколько возможно в флот закинуть, столько возможно. Там, допустим, если логистика у тебя 20, и у тебя 10 кораблей по 2 логистики. То есть у тебя 10 кораблей. А у врага логистика 40. Либо, не знаю, ну, скажем так, 26, то есть у тебя будет 10 кораблей, у него будет 13 кораблей, и ты ничего с этим не сделаешь. Так, ладно, пошли на цивилизацию мою. Ну, редактировать вот. В общем, здесь я выбрал себе первое дело синтетически, то есть у меня население не прирастает. При углеродных там ты должен ждать, пока они вырастут, пока это... Я свое население штампую. Какой плюс? Плюс я независим от морали. Вообще мне, по сути дела, плевать на постройки, которые повышают мораль, довольствие населения, потому что оно и часть меня. И минус главный этого, то что при на производство населения требуется дюранти. Это такая очень нужная вещь, из которой улучшаются корабли некоторые. Особенно звездные базы все строятся. То есть, ну, как бы это обшивка, которая в основном используется в космосе. Поэтому на старте, особенно, когда добыча ресурсов маленькая, когда все вокруг тебя, у них идет нормальный прирост к населению, они могут строить колонизаторские корабли и отправлять полет, захватывать новые планеты, то ты упираешься после 3 или 4 колонизаторских кораблей в то, что у тебя, тебе просто некого отправлять на колонизацию. У тебя население 1 там, миллион, по-моему, или миллиард, что-то такое там исчисляется. В общем, нужно для загрузки хотя бы единичку, а у тебя нету. Ну, сложно, но обходится. В общем, я сделал вот такой билд у себя. Как видно, очень много чего минусанул, и все, что мог, плюсанул. Так, продуктивные, плюс 10% у меня к строительству вообще. Все строительство, то есть и гражданское, и военное, то есть корабли. Умные, плюс 10 к исследованиям, влиятельные, плюс 15 к влиянию. Есть такая фишка, что
вокруг, ну, у тебя планеты и базы генерируют влияние, и потихоньку оно распространяется по клеткам. Фишка в том, что если твое влияние будет сильнее, чем у врага, то в итоге ты потихоньку пройдешь своими клетками к нему, к его планетам, и спустя энное количество времени там сначала недовольство начнется появляться, потом сила влияния твое, и в конечном счете потихоньку колония устроит мятеж и перейдет на ту сторону. Так что влияние здесь важная фишка. И единственный способ ему противостоять — это выбрать идеологию злодей, там, ну, жестокий. Там есть один бонус такой, который делает тебе, создает иммунитет к захвату твоих планет через влияние. То есть, там он может влиять на всю территорию, но твоя планета будет обособлена от этого всего. Так, хозяйственный доход плюс 10%. Довольные. Мораль минус 5, так как я синтетический, так сказать, парень, то мне плевать на мораль. Рост тоже особо не растем, хотя есть там, ну, в общем, даже если я выбрал синтетический, они сами штампуются тоже как-то там потихоньку по это, но я минуснул себе. Мне важнее другое. Умелые — это содержание, тут я вообще ничего не трогал. Да, конечно, хотелось бы на 20% меньше платить, но нет, и на 30% больше я тоже не хочу. Хотя, в принципе, ну, такое, это еще потестировать надо, но в целом, как бы, моя тактика идет через прагматизм, и там одна фишка такая, которая убирает содержание вообще за звездные базы, то есть у меня останется содержание на планеты и содержание на корабли. Так что вполне возможно как-нибудь и минуснуть себе содержание. Но на старте будет сложно, не знаю. Плюс есть интересная механика тоже. Администраторов дальнейших можно будет переучить на бандитов. И этих бандитов отправить на колонию. Бонус от такого бандита на колонии — это то, что колония больше не требует содержания. То есть он там сам держит всех в кулаке, и они сами себя обеспечивают. Вот такая вот вещь. Так, бонус дипломатии я все-таки себе минуснул немного, но зато все поднял. Ну вот, да. Ладно, не будем умелые трогать пока. В общем, скученные, вместимость у кораблей плюс 20% у меня. Воинственные, строительство кораблей у меня плюс 20%. Популярные, доходы от туризма у меня плохие. Ну что там смотреть, если у меня сплошные заводы будут. Ценность торгового пути я особо не торгую. Я больше стараюсь сам себя бустить с помощью звездных баз, на которых делаю бусты на экономику, на прирост денег. Так, фермер. Ну, еще можно налоги поднять до 100%. Все равно народ не взбунтует. Пища минус 30%, жестокие, то есть я плохо захватываю планеты, очень на 30% слабее. Стойкость тоже меня легко захватить, но зато теперь у меня здоровье плюс 20%, бонусы повел вот эти вот минусы, привел бонусы. Точность плюс 20%, уклонение плюс 20%. Стратегический ремонт я себе минуснул, потому что в любом случае они не так быстро ремонтируются, и мне проще новый корабль подогнать, чем... Короче, старый корабль можно убрать подальше, а новый перевести все равно. У меня там тоже выработалась интересная стратегия насчет кораблей, но там по ходу дела разберемся. Предприимчивый, дальность корабля у меня тоже в минуса я убрал. Ну, это ради вот этих вот бонусов. Так что, да, далеко я от своих планет и баз отлететь не могу, поэтому нужно будет дополнительно их строить. Текс, располагающий, ну это уже вынужденная мера, тут надо либо умелые, либо располагающие, ну в принципе, ладно, пока пускай будет так, как было. Дальность датчиков у меня на 1/4 больше, на 2 хода больше у меня, и логистика у меня, ну, будет максимально, какая возможно в игре с этим бонусом. Ну что,
А, вот по этим нижним. В общем, здесь можно выбрать себе, либо ты появляешься в игре с исследовательским кораблем, он может изучать аномалии, а в аномалиях всякие бонусы лежат, плюс золото. Иногда кораблик можно найти, иногда просто какой-нибудь буст такой приятный для в целом расы, глобальный. Там не помню что. А, бонус к передвижению кораблей, там получить плюс один, допустим, вот ход или еще что-то такое. В общем, исследовательский корабль в основном у многих рас, особенно у людей, он дефолтный стоит. Потом колонизаторский корабль. Ну, это понятно, планету захватывать. Можно сразу будет начать захватывать. В моем случае мне придется строить верфь, потом строить еще колонизаторский корабль. В общем, это ходов 7-8, по-моему, у меня займет. А кто-то сразу захватит. Инженерные корабли. Вот два инженерных корабля. Это я выбираю. Я через прагматизм играю, поэтому мне это... Мне удобно инженерными кораблями. В принципе, я ими и разведать могу. Фурии. Два небольших боевых корабля. Нет, это не про меня. Я воюю не сразу. Совсем не сразу. Вначале я пытаюсь как-то производство выровнять. И выйти на самодостаточность, чтобы у меня деньги в минус не уходили. Так, здесь по бонусам, наверное, не знаю, читать, не читать. Все это тут так много. И они особо... Не знаю, может быть, в следующий раз пройдемся. Что выбрал я? Я выбрал ксенофобы. Утраивают объем исследований гражданского строительства, но вдвое снижают военное строительство. То есть я быстро строю там гражданские объекты и неплохо исследую технологии, но при этом все верфи мои, вообще все везде во всей игре, я буду в два раза дольше строить корабли. Ну, это на самом-то деле очень неприятно, но бонус перевешивает минус. То есть, как бы сильно я не разгонял вот это вот, я воинственный сделал, еще всякое можно в игре сделать, все равно я буду производить, иметь профит в два раза меньше, чем мог бы иметь, если бы у меня не было вот этой вот расы. Точнее, не расы, а особенности. Текс. И вторая. Бдительные. Область действия звездных баз увеличена. В области действия любой звездной базы корабли противника замедляются. А атака кораблей игрока улучшается. Но тут слукавили они. Это не пассивка, это появляется ветка технологий у тебя, которую ты тоже должен учить. И изучив, ты должен улучшать свои звездные базы. Ну, военные или там даже гражданские, такие экономические. Ну, в общем, все это учится и улучшается. И только после этого у тебя будет такой бонус. Так что здесь слегка неправильно написано. Ну вот так вот, вот такие вот бонусы все направлены на битву кораблями и никакого сражения через транспорт. Планеты не захватываем особо. Точнее можно, но это будет сложно сделать. Текс. Ладно, погнали. Следующий тип галактики, ну, пускай будет огромная, потому что не знаю. Вот на необъятную уже надо... 24 гига оператива. Так, 16 есть. Из игроков. Тут есть спираль рассеянная, плотная. Но по опыту могу сказать, что, пожалуй, самое интересное — это спираль. Она так и объемно идет. Та же рассеянная, тут кусочки такие. Между ними перелетать, и в итоге ты бьешься там с кем-то одним. В лучшем случае. Текс. С этим определились. Настройки. Частота звезд обычно. Частота планет в избытке я ставлю. Экстремальных планет. Брал я их. Надоели они мне. Честное слово. Частота пригодных планет в избытке. База пиратов отсутствует. Ресурсы обычно. Астероиды иногда. Туманности обычно. Артефактов предтечи я поставил побольше, потому что с ними как-то повеселее так. С ними, за них придется, да, бодаться с другими расами, цивилизациями. Ну и они бусты дают тоже приличные. Если захватил, если ты технологии изучал по артефактам предтеч, то ты сможешь получать с них хороший профит. Черных дыр. Да, с этим был у меня казус как-то. Я их совсем убрал. Совсем. И потом мучился много так партий,
игр. Потому что у меня не было антиматерии вообще в игре. Я думал, как встроить там вот это все. Там нужно 5 антиматерий, там нужно еще чего-либо. А у меня ее нету совсем, нигде ее не достать. А потом оказалось, что она вокруг черных дыр образуется. И только таким способом можно ее будет получать. Так, ну тут ставлю завоевание, разбить всех. Можно эти ставить, но смысла особого нету. По сути дела, та же победа через влияние. Так, сложность, ну я ставлю нормальный. Упс. Случайно, нормальный. И отключаю обмен чужими технологиями. То есть ты можешь обмениваться тем, что ты сам изучил. В противниках, ну, вот, все вот так вот. Ну что? Здесь, кстати, что-то сбилось. А, ну это я крутил мышкой, поэтому оно сбилось. Да, подпортил. Ну все, вроде везде нормально стоит. Все, можно стартовать. Так, почему глупые игры? Интересные игры. И я бы не назвал ее совсем уж простой. Так, ну здесь дефолтные надписи. Я ничего не заполнял, поэтому здесь так написано: непланетная раса с неизвестной историей, неясным происхождением, никто не знает, кто они, откуда явились. Но в такой большой галактике легко остаться незамеченными. Они могут быть агрессивными, вежливыми, умными, глупыми, большеносые. Не знаю. Или обладать любым сочетанием этих качеств. У этой расы есть много качеств. Некоторые из них, несомненно, плохие, а некоторые хорошие. Ну вот прям вода водой. Так, вот такая вот у нас карта, кстати, не очень большая. Может, надо было взять чуть побольше. Ну ладно, пускай будет такая. Вот у нас стартуем с 2 инженерными кораблями. Одна планетка. Текс. Ну, доступно мало чего. Космоверх строим сразу. Без нее никуда. Ну и начинаем летать. Ох, кстати, почему у меня 4? Неужели на старте было бы 2? Хм, совсем грустно по ходам. Начинаем летать, смотреть, что вокруг нас. Так как все темное, туман... Даже не туман войны, а просто не обследован. Туман войны — это вот оно. Такое серенькое. Древо технологий. Первым делом изучаем искусственную гравитацию. Будет изучаться 2 хода, как раз пока построится верх. Так, пропускаем ход. Полетели дальше. И вот так. Ох, как много здесь дюрантия. Повезло. 3 штуки — это реально много. Все, у нас искусственная гравитация выучилась, теперь прыгаем сюда и изучаем колониальные поселения. Производственный центр, производство населения, информационный процессор, исследовательская миссия, поиск гелиосной руды, сборщики арнорских пряностей. В общем, из этого всего нам важен производственный центр и производство населения. Ну, информационный процессор не особо важен. Текс, пока ждем изучения наших... Это нафиг уничтожаем. Пока ждем изучения технологий по заводам, можно построить планетарный экстрактор. Фишка его в том, что он всему строительству дает плюс 2 бонуса. Есть бонусы статичные и процентные. Вот он дает статичный бонус. У нас клетка дает бонус к строительству кораблей. Эту клетку, наверное, оставим на будущее под звездную кузню, кажется, так она называется. Вот здесь клетка дает 2 к исследованиям и плюс 1 к все строительству. Вот на соседнюю можно влепить. Видно единичка, то есть
от этой клетки ему будет еще и бонус. А сюда мы влепим планетарный компьютер. Тоже он дает исследование плюс один. Именно не процента, а фиксировано. И это даже лучше, чем процент. Так, план для планеты мы на следующие три хода сделали. Можем дальше исследовать. Вот она, черная дыра. Вот она, антиматерия рядом с черной дырой. Как же я тогда намучился. Так, колонизаторский корабль делаем. Погнали. Все, это изучилось. Опять-таки, я так быстро могу изучать. Ну, как быстро? 3-5 ходов уже прилично. Но, тем не менее, если бы играл за другую расу, у которой нету вот этого вот ксенофобы особенности, я бы это изучал намного дольше. Так, опустошение, промышленный коллектив. Да, вот это изучим еще. Чтобы потом к этому не возвращаться. Угу. У меня нету переводчика. Ну, не прочитали, так не прочитали. Блин, как они близко ко мне, конечно. Ну, просто галактика маленькая. Может, надо перестартануть? Ну, не знаю. Сделать чуть побольше. Так, вот появились производственные центры. Вот как у него, как мы видим, тут всего лишь бонус 5% к строительству. Не шибко, но вот сюда если поставим, мы получаем бонус уровня смежности от столицы и бонус уровня смежности от вот этой клетки, которая дает плюс 2 строительства кораблей к зданию, которое построено, если это здание обладает таким свойством. К строительству кораблей и плюс один к все строительству к смежной клетке, если ты строишь там здание, которое дает все строительство. В общем, если я поставлю сюда вот сюда супермаркет там либо еще что-нибудь, которое добавляет деньги, то бонуса не будет. Так что пытаемся собрать как можно лучший профит. Так, вот сюда поставим, вот сюда поставим, вот сюда, вот сюда поставим. Сюда ставить не буду, хотя, конечно, может и стоило бы. Ладно, пускай постоит пока. Энное количество времени. Потом я все равно туда запихну кое-что другое. Ну, до той технологии еще очень далеко. Текст плюс 5 к прагматизму. Прагматичности минус 25 к росту населения. Плюс 5 к доброжелательности. Минус 25 к уровню производства. Ну, вот это мы выбираем. В любом случае... Сейчас я буду выбирать чисто прагматику. Какой бы там бонус не был, мне нужна... Блин, даже нажать на нее не могу. Ну ладно. В общем, мне нужна прагматичность. Так, ход. Еще сюда... Да. Вот он уже полетел колонизировать планеты. А я полечу через два хода первым кораблем. В лучшем случае. Так, изучили опустошение, ну давай выучим универсальный переводчик, чтобы можно было хоть как-то с ними общаться. Да, надо еще музычку поменять, что-то нам не очень нравится. Попробуем вот это, наверное. Так, еще осталось два хода, ну вот так. Угу, наконец-то мы смогли их услышать. Просто чтобы вы знали, мы заблаговременно объявили все культурные артефакты предтечи своей собственностью. Даже не думайте строить звездную базу рядом с ними. Угу. Я специально их поставил много, чтобы думать о том, чтобы построиться рядом с ними. Так что прости, белка. Нам не по пути. О, какая хорошая планетка. Плюс 13, класс. Текст, ты сюда. Чуть пониже. Еще пониже. Еще пониже. Вот так. Все, ходы закончились. Текст. Ладно, пока здесь бросим, наверное. Или не бросим, но... Что нам важнее? Пожалуй, планетологию надо выучить. Но быстро учится. Вот, выгружаем
То есть изначально у нас было на планете 5 миллионов, наверное, миллионов. Сейчас посмотрим. Вот. Так, ну я как-то смотрел. 1 000 000 Или это при нападении на планету там писалось. Ну, в общем, это обозначение либо миллионов, либо миллиардов. Так, что тут? 12 нанороботы притычь. В принципе, хорошая планета. Да и сейчас этот парень все позахватывает, надо успеть хоть что-то откушать. 12, 9, 8, вот это вот неплохая, 13. И на ней сразу два бонуса. Точнее, их больше. Пониженная гравитация, я не помню, что это дает. Или наоборот, из-за этого вот эти вот нижние бонусы. В общем, плюс 10 к строительству, но это не принципиально. Плюс 25 доход от туризма мне вообще не нужен, потому что я от туризма ничего получать особо не буду. А вот ресурсы, Artocarpus Virilis и пыльца эпитемия, все время хочется сказать. В общем, вот арткорпус и пыльца — это классные вещи. Они пригодятся в дальнейшем в апгрейде этих администраторов. Помните, вначале я говорил про то, что можно будет администратора сделать бандитом. Вот, по-моему, для этого потребуется пыльца. Текс. Ну тогда сколько тут? Через 5 ходов. Сложно. Тяжелый выбор. Так, что здесь? 12 класс, 8 пряности. Пряности. Тули. Ну тули — это вообще фигня. Ладно, тогда все-таки вот эту. Или это поближе? Нет, вот эту захватим. Потому что... Сейчас объясню скоро, почему. Пускай это останется тайной временно. Текс. Что у нас тут? Бонус в дипломатии, влияние администратора. Ладно, это пока не трогаем. Вот энергоустановка на антиматерии. Это то, что я буду впихивать между заводами. И экстрактор редких металлов. Вот экстрактор мне нужен для поднятия золота на планетах. Так, два хода еще есть. Давай сюда, в эту сторону полетим. Еще одна черная дыра. Вот так вот. Я ж вроде нажал. Ну теперь нажал. По-моему, один ход тут приравнен к неделе или месяцу, наверное. Надо будет еще глянуть. Летим сюда. Можно даже еще немного. А, ты вот сюда. Вот, классный артефакт на экономику. Текс. Пропускаем. Этот сам автоматически полетит. Первый гражданин, отлично. Плюс 5 к исследованиям на затронутой планете. Бесплатный корабль-разведчик. Нет, мы изучаем прагматичность. Вот идеология. Почему мне она нужна была, особенно вот на старте? Потому что можно выбрать ветку строителей, и тут дается 3 бесплатных инженерных корабля. С помощью них можно будет как раз быстренько построить звездные базы. Либо поразведывать ими. Все-таки 3 корабля лучше, чем один разведчик. Хоть у них, конечно, и движение не такое быстрое, но так как я выбрал все способности расы плюс 2 к полетам, то они не такие уж и медленные. Плюс я сейчас уже изучил одну вот искусственную гравитацию, по-моему, так она называется, которая тоже дает плюс 1 ходу. В общем, у меня инженерные корабли будут нормальные. И главная фишка этой ветки для меня лично — это вот эта последняя особенность. Звездные базы больше не требуют содержания. То есть все базы, которые я буду строить, они не будут мне мешать. То есть если без этого апгрейда, то звездные базы будут кушать каждое
золото. А так не будет. Так, выбираем. И вот у нас три штуки в одном появилось. Ты лети вверх. Ты лети налево вверх. Ну а из тебя мы уже, наверное, начнем качать Дюрантий. Так, новый гражданин. Выбираем администраторов. Потому что их мало, у меня был всего один в тот момент, а каждый колонизаторский корабль кушает вон администратора, оранжевый человечек. То есть без администраторов я бы ничего не построил. Первая колония, плюс 10 к прагматизму. Плюс 2 строительства, строительство кораблей плюс 1. Тут 3 к исследованиям, 1 к богатству. Да, жалко, конечно, но ладно. Это мы оставим для исследований. Но тогда заводы вот здесь вот пойдут. Так, центр, центр. Сначала тогда экстрактора вот на этой клетке поставим. Потом производственные заводы. Так вот. Потом компьютер планетарный. Вот так вот. Ладно, пока хватит. Так, забыл не улучшать, пока планета будет не заполнена. Иначе, если это не сделать, он автоматически будет апгрейдить здание, если он это может делать. Так. Тут выбираем пока. Пока выбираем империю. Без разницы. Слишком рано. Вообще, выбор для правительства, мне кажется. Сделали, потому что все равно ничего не определено еще. Ну, по крайней мере, всегда можно будет соскочить. Так. Что у нас здесь? Опа. Базар. Так. Вот этого купим, пожалуй. Дорогущий, ну что поделать. Пассивка интересная. Плюс 15 к промышленности для любой планеты, на которую он сядет. Ага, вот, вот это то. Да, вот этого заберем обязательно. В чем прикол? А в том, что он получает по 25 кредитов за изученную аномалию. Есть аномалии, которые ничего не дают. Есть аномалии, которые золото не дают тоже или еще что-то. Ну, в общем, любую аномалию, которую он будет изучать, ты все равно будешь получать 25 кредитов. А это неплохо на самом-то деле. Для старта. Единственное, что он дорого стоит, как и вот этот. Даже не знаю, как мне их купить теперь, потому что у меня уже минус 8 идет монет. Поднимем налог. Поднимаем налоги. Хотя можно выжить на 100%. Какая разница? У меня все равно мораль 100%. По планетам 100-100. Потому что я сам штампую население. Так что, да, забираем его сразу. И сразу начнем ксенокоммерцию немножко изучать. Хотя бы чуть-чуть. Да, покупаем этого тоже. Но пока полетаем. У него хороший обзор. Очень хороший. И ходов 9. В общем, на старте будем использовать его как разведчика. Так, космический мусор. Вот если бы я получил 49 плюс 5, но так как у него есть пассивка, еще плюс 25. Так, ты тогда лети левее. Все, ходы закончились. Ты вниз. Так. Ага, тебя бы как-то выставить так, чтобы как можно больше всего скушал. О! Идеально, просто вот все забрал, все, что можно было. Так, первая звездная база, зона добычи и зона исследования. Так, по минималке. Все, мне уже объявили войну. Да. Я еще не готов к такому повороту. Так что тут 16 класс. Прикольно, ксантиевые отложения. Ксантиевые отложения мне нужны. С помощью них можно будет строить себе звездную кузню. Блин, ну я как-то совсем не готов воевать. Совершенно вот.
Так, ладно, полетим разведывать. Ну, я еще и появился, в принципе, так, не сильно плохо. Ладно, после коммерции придется все-таки идти милитари изучать. Ну, военное дело. Хотелось бы на старте уделять этому внимание. Ничего не поделаешь. Но все равно надо еще пока строить колонизаторские корабли. Я еще и деньги все потратил. Ох, как это не вовремя. Мне только развиваться надо, а он уже хочет воевать. Такс. Ну да, это такая раса воинствующая. Очень воинствующая. Так, вот мы получили Дюрантий, Элерий и Прометий. Главное, Дюрантия много. Ну, Прометий тоже нужен. Вот два основных, которые мне реально нужны, потому что у меня производство населения из Дюрантия и Прометия. Так, ну здесь видим, как... Так, я тут тоже не брал, не улучшать. Вон, они у меня уже сами апгрейдились. Ну, конкретно в этом апгрейде еще ладно, не страшно. Вот следующие будут кушать Дюрантий. Я помню, тоже у меня когда-то было, я все ждал, когда у меня накопится 20 Дюрантий. А он не копится, не копится. Ходы проходят и проходят, а его все нету. Потом я посмотрел, а оказывается, вот это все... У меня на планетах стояло автоулучшение, и да, они сами улучшались и сами потребляли Дюрантий. Так. Увеличим себе ячейки. Экстракторы редких металлов. Бонус хороший. Плюс 25% к доходу. Где бы его поставить? Ну, ладно, пускай здесь стоит. Так, тут готово. Оп, плюс 25 дополнительных. На этом мы будем выживать. Плюс 25 тоже дополнительных. Пока что. Даже если в минус пойду, буду слегка отбиваться на аномалиях. Ну вот прикольно, что артефактов много. Ну, по крайней мере, мне так нравится. Так, тут разведали. Тут разведаем. Тут тоже разведаем. Ох. Плюс один производство сырья, плюс 5 Прометия. Хорошая вещь, в принципе. Прометий нам нужен. Неужели это нам будет давать плюс 5 аж за ход? Надо проверить. Ускоритель предтеч. Да нет, вот эту больше хочется. Пожалуй, прости. Ох, общий доход плюс 10. Да, тут столько вкусных планет. Жуть. Хочется и вот эту. Вот это не хочется. И вот эту. И вот ту. Все хочу и сразу. Давай доучим уже вот это хотя бы. Так. Здесь к прагматизму. Ох, как тут много клеток. Плюс 2 к все строительство. Так, где будем выстраивать свою промышленную секцию? Наверное, здесь. Текс, текс, текс. 2, 3, 4, 5. И еще что-нибудь. Где бы тебя поставить? Ну ладно, стой здесь уже. Санди сразу грейданем. Убираем автоулучшение. Такс. Что у нас тут? 15-й ксантиевый наноробот. Хорошо. Ксантиевое отложение. Ничего, гиперсиликаты. Хорошая вещь. Так, что-то музыка мне опять не нравится.
Ну вот это, пожалуй, пойдет. Посмотрим, посмотрим, что тут есть. Вот камера. Че, можешь? Нет, не может летать. Ну давай, порадуй меня еще чем-нибудь там. Ну еще плюс 10% к общему доходу. Хороший бонус. Жирненький. Текс. Вон какой, какая область разведки у этого. ТКС ЛРП. Диалогия. Так, скоординированные наши верфи работают со 100% производительностью, находясь в два раза дальше от наших колоний. Ну, в общем, это бонус тому, что если твоя верфь находится там, допустим, аж здесь, то обычно очень большой процент теряется. Тут зеленая стрелочка видна, 2% теряется. То есть вроде как верфь рядом, но уже что-то теряется. А если она была бы тут, то хотя бы половина продукции в молоко уходила. Так, у нас есть кораблик. Я хотел вот эту планету, но теперь я уже хочу вот ту планету. Ускоритель предтеч. Не помню, что это. Ну ладно, возьмем, наверное, вот эту для начала. Или... Ладно, вот эту. Хочу все. Я, кстати, еще и на военном положении, между прочим. Сейчас он прилетит мне, даст по голове. Захватит планету. Которая у меня всего одна. А, нет, уже две. В общем, все как всегда. Хочется начать хоть немного развиваться, а уже надо воевать. Текс. Аномалия. Камера. Космический мусор. Ладно, возьмем вот это. Насчет аномалии я не уверен, он может помереть от нее. Там обычно защита, хоть небольшая, но для такого кораблика хлипкого 25 хп и оружие слабое, для него и хватит, в принципе. Чтобы отъехать далеко и надолго. Так, я идеологию не знаю, потому что ход, видимо, происходит хождение ботов. Плюс 10 к исследованиям, минус 10 к доходу на затронутой планете. Мы не вправе решать за них, это личное дело. Бесплатный колонизационный корабль. Ладно, возьмем все-таки. Потому что мне срочно нужны колонизаторские корабли. Так, ты забираешь... Ой, вот эту планету забирай. Ты тогда забираешь колонию обнимашек мне нужна, и кристаллы гармонии нужны. Ладно, возьмем вот эту вот пока. Так, исследование. Погнали, военное дело. Милитаризация. Текс. Сейчас пойду, наверное, чайник ставлю. Нагрею. Вернусь. Где-то у нас тут доставка. Все, АФК на минуты 4.
я сделал. Мьёт. Хорошо. Так, неужели кто-то решился торговать со мной? Ну да, открытые границы сразу. Милитаризация нет, а вот это да, давай. Ну и денежек нет. Хорошо. Ну а с этим уже. Эти уже не хотят со мной воевать. У меня минус навык дипломатии. Мы уже в состоянии войны. Еще и они воинственные, а я прагматик. То есть как бы есть злобные, доброжелательные, прагматичные. Вот, кстати, сразу сделаем баф. Текс. Полетели, поразведываем. Ой, чуть-чуть минус. Немножко налево. Еще, еще. Так. Сколько долетишь? Ну вот, собственно, вот это все, куда я могу летать. К сожалению, у меня рейндж небольшой. Потому что я его себе еще и минуснул. Жертвуем одним ради другого. Самые приятные, пожалуй, артефакты. Хотя, как посмотреть, ну. Бонус к экономике, он всегда полезен. Текс. Ну что, боевые системы. Привет. Надо уже подумывать о том, чтобы здесь что-то захватывать инженерным кораблем. Джет. Неплохая планета. 16 класса и 2 ресурса. Тихоподы и ксантиевое отложение. Текс. Здесь что? В общем, надо, наверное, антиматерию красть, еще бы и прометию красть. Как бы это так обставить красиво, надо пробовать. На одну клеточку опустись, на две пройди, еще на две. Так, ну он уже затырил эти ресурсы, вон они уже добываются. Тут уже верх стоит у него явно. Тоже нужна верх еще одна. Мне ее строить некогда. Ладно, вот сразу за этим строим верх. Так. Антиматерия. Антиматерию нам подарит вот этот вот инженерный корабль. Так, ну все, плюс 10 к промышленности. Бонусы. Здесь строительство. Сюда мы экстрактор влепим. Население — это фигня, а вот богатство подойдет. Строительство кораблей и тоже богатство. Тоже богатство, бонус есть, и население. Ну, население — это вообще никак не бонус. Ладно, тогда здесь вот делаем вот так. Пока все. Ну ладно, еще вот так вот. Грейдим сад и грейдим завод. Все. Убираем автоулучшение. Текс. 14-е пыльца. Роботы. Ксанти. Роботы. Ладно. Так, ну. А на
аномалию протечь не трогаем. Вот на камеру полетели. Что у нас тут? Все, ходы закончились. Да, у меня там колонизаторский корабль уже скоро. А население осталось всего ничего. Так, надо дозаказать производство населения. И все, Прометий закончился. У меня добыча его плюс 1, плюс 0,1. Короче, чтобы одну штучку получить, нужно очень много времени. 10 ходов. Ну, тогда встает резкий вопрос, что нужно вот Сафиру захватывать, четвертую, срочно. Так, плюс 5 к прочности щитов всех кораблей, плюс 5 к силе атаки лучевого оружия для всех кораблей, плюс 75 к планетарной обороне. Ну, прагматизм. В любом случае, вот, хорошая клетка на богатство, влияние. То есть тут можно, конечно, будет нехило так влияние поднять, но мы поднимаем этот продакшн тут. Сюда нельзя. Сюда экстрактор. Сюда экстрактор редких металлов. Убираем автоулучшение. И пока все, можно еще вот это вот сделать, улепить. Такс. Колониста еще одного берем. Делаем. Так, полетели сюда. Вот этот парень много разведает. Вот так, еще немного дойти, еще немного. Эх, Прометий не зацеплю. Жалко. Ну, в принципе, ладно. У меня сейчас... Сколько я делаю? G20. Через 10 очков у меня зона действия звездных баз увеличится на 2 клетки, то есть... Раз, два, вот так вот оно будет в эти стороны идти. Так что я дотянусь до него потом. Потом. Когда-нибудь. Здесь я уже ни до чего не дотянусь. Я и так очень классно скушался. Просто вот идеально. Так, исследование. Стоимость, масса. Точность. Выбираем точность. Новый гражданин. Администратор. Опять-таки мало. Теперь нормально. На ближайшее будущее хватит. Производство населения я пока не могу сделать. У меня 0,7 Прометия. Ну тогда ап. Так. Давай, я дам тебе открытие границ. Ты мне дашь... Вот это, ксеноэксперименты. Я дам тебе вот это и вот это дам. Ты мне главное денежку дай. Хотя можно орбитальную промышленность тебе затырить, дать еще что-нибудь тебе и забрать все равно деньги. Так, орбитальная промышленность — это у нас звездные базы, вот. Космодобыча плюс 0,1. Итого, теперь я Прометия добываю плюс 0,2, а Дюрантия плюс 0,6. Хорошо. Так. Чуть-чуть вверх. Что у нас тут? Мне нужно еще Дюрантия. Мне, кстати, очень повезло вот именно в этом месте. Три. Ну как повезло? По идее, вокруг моей планеты два должно появляться. Так что, в принципе, не особо-то повезло. Один всего появился рядом. Не то, что я все смог разом съесть. Мне очень понравилось. Так, мусор. Плюс 25, камера. Еще поразведываем. Вечер добрый. Так. Раз, два, да. Мы достанем, но не сразу. Зона добычи, бараки. Тут есть что исследовать. А, да. Реликвия культуры. Отлично. Подождем немного.
первая шахта антиматерии. Анимацию, конечно, интересную сделали. Тут немного таких фишек, но они очень качественно выполнены. Изучаем химическое оружие, всякие рельсотроны и прочее. Сейчас кто-то, может быть, сказал бы, в TX тоже есть рельсы, но тут немного другое. В TX рельса больше похожа на какой-то лазер. Опа. Проект гиперпространства. Отлично. Бонус уровня смежности. Ну, давай его влепим, да, вот сюда. Фишка этих вещей то, что они одни на галактику. То есть кто-то один успел построить, все, всем остальным будет недоступно. И конкретно вот эта вещь прикольная. Ходы плюс один для всех кораблей. Так, мою хорошую планету с бонусом общего дохода плюс 10% уже украли. Ну, хоть Прометею забрать. Ну, я так понимаю, тут ничего нет. Надо забирать вот эти вот артефакты на экономику и на промышленность. Или вот эти. Тут дюранти есть. На дюрантия много не бывает. Сложный выбор. Вот здесь еще дюранти есть, но я тут не дотянусь. Слишком большая зона. Ладно, сейчас глянем. Мало ли. Так, ну тут мне особо захватывать нечего из ресурсов и артефактов. Они такие слабенькие. Ну, тоже полезные, но не сейчас. Тогда лети вот сюда. А ты полетишь вот сюда. Давайте поговорим. Открытая граница. Природа пользования. Не будем брать. Слушай, а чё ты такая бедная? У тебя уже денег нету. С кого мне брать деньги-то? Так, с лайнами мы уже говорили. С этими тоже говорили. С этими говорить вообще нет смысла. Точнее, с ними нельзя говорить. Что у нас по планете? Пока все не радужно. Слишком мало построено, и я вообще не вижу, что эти парни делают. Я даже если бы видел. Ох ты ж. Хана моему кораблику. Он уже захватил ее еще и уничтожил мой корабль. Влияние, к военной подготовке, все фигня. Да, вот и первые потери. Прометевая планета захвачена врагом, еще и мой колонизаторский корабль уничтожен. Ладно. Хотя бы вот эту заберем, если он сейчас не поймает мой корабль опять. А блин, я еще не готов сражаться, серьезно. Может купить какого-нибудь наемника, чтобы он им по голове давал? Какого здесь все стартовые такие? Никакие. Я бы что-нибудь из вот этих вот. Нет. Вот. Нет, это тоже бонусное. Черт. Так. Так, мы забрали. Вот этот хороший для ресурсов. Кстати, его надо будет взять, но я пока не могу. Что? Минус 37? О, нет. Фига себе. Даже со 100% налогами. Так я очень быстро качусь в далекие дали.
Чем бы мне с ними воевать? И вот этот вот парень тоже беззащитный. Если поймают, все, потеряю его. Да, привет. Фигня. Тоже фигня пока. Я не готов пока еще сражаться. Совсем не готов. Разве что поставить его так, чтобы он смотрел. Да, эти белки. Вас я убью первым. Первыми. У самого корабли там летают колонизаторские. Мне покарать его нечем пока. Хотя есть, конечно, вот этот вот парень. У него и урон есть. И даже немного ходов. Можно легко схватить по лбу. Вот этого можно обижать. У него ни урона, ничего. Главное, что у него урона нету. Защиту пофиг. Так. Улучшаем, улучшаем, улучшаем. С один к богатству ставим вот сюда экстрактор. Все, на этом пока все. Так, производство населения. Колонизаторский корабль. А, нет, подожди, это ж не тут. Ладно, тут мы не будем строить, тут построим один инженерный. Так, я тебя вижу. Да, минус 16 уже. Как-то все складывается пока нефти. Все, ходы закончились. X, ну, может быть, но не сегодня. Не знаю, там, четверг-пятница. Там подлагивает, там, скорее всего, из-за потока данных. Поэтому как-то не очень приятно играть. Тот же вот Хон не лагал вообще вчера. Никак. Хотя я видел, там, где-то были просадки FPS, но они не сказывались на игровом процессе. А интернет так вообще там стабильно идет. Вот в TX есть проблемы с этим. Поэтому не очень весело там проводить время. Были бы бои 4 на 4, было бы идеально. Так. А, у меня тут урона нету. Это не тот корабль. Тут мертвая планета. Не дает мне пролететь. Ходы закончились. Столица. О, они даже развиваются. Да черт, ну ты все это. Ах, он такой крепкий тоже. Ты уже просто не смешно, иди сюда. Сейчас будет корабль на корабль. Два колониста уничтожить, ну. Это жестко. Горю. Так, масса кинетического оружия на 20% меньше. Главное, чтобы он теперь не поймал вот этот корабль. Это будет вообще жестко. Блин, ну он мне просто вот рубит все это развитие. Я бы с удовольствием с ним посражался, но ходов эдак через 30-40. Потому что сейчас я очень не готов к нему совсем. Куда мне лететь? Мне придется сюда летать, потому что там он мне не даст житья. Мне нужны планеты. Так, роботы, пыльца, улей тихоподов, сантивы, вот этот, все,
Опять он меня не уничтожит. Радар сделаю тут. Так. Что тут можно придумать? Доход от туризма. Одно на галактику, одно на игрока. Ну, в принципе, бонусом богатству даст, можно и влепить его. Ну, смысла от туризма нету для меня. Так, тогда мы грейдим. Даже не знаю. Ладно, вот это вот. Как это назвать? Море? Океан, да. Такой вот здесь глобальный океан. Не тихий, конечно, но что-то близкое. Так, кораблик строим здесь, инженер. А, нет, стоп. А, да, все правильно. У меня ж нету населения. Вот сейчас наштампуем его, можно будет лететь. Так, у него, ох ты, 6 кинетики. Вот, это неприятно. Я такого, наверное, и не солью. Хотя у него, кажется, защиты нет. Сколько у него хп? 14. Тоже многовато. Блин, капец. Базар. Подари мне кораблик мощный. В кредит. Вот у этого хитов много. Придется брать. Мне сейчас нужно, чтобы кто-то что-то воевал. Так. Привет. Чуть-чуть оттянем его сюда. А, все, ходы закончились. Ну что, давай, давай. Мне тут система пишет, что победа гарантирована. Так, голод. Плюс 5 к прагматичности, минус 25 к росту населения и минус 10 к моральному доху на затронутой планете. А где это у нас? Бреттон 3. Минус 1 к населению на затронутой планете. Ну, короче, все не очень приятно. Но у меня прагматизм нужен. Ой, идеология, следующий уровень. Отлично, дальность звездных баз. То есть, вот сейчас смотрим. Этот вот парень, вот этот вот, не дотягивается. Ах, он украл. О, черт. Он-то сейчас дотянется, но его уже кое-кто прихватизировал себе. Все, я его уже не заберу. Теперь, чтобы его забрать, мне нужно уничтожить эту звездную базу. Урсория. Уничтожить я ее не смогу, потому что я и так уже вон с одним воюю. На два фронта не повоюешь. Обидно. Вот, я уже могу ее зацепить, но она чужая. Ну, может, со следующими будет получше. Прозевал. Так. А, ну вот это наемник, который купил. У него много хп. Очень много. Сколько потеряешь? Немного потеряешь. Ох. А вот это очень плохо. Вот это нужно сливать моментально. Ох, у него тут еще и два, и они оба транспортники. И третий. Щит. Или щип. В общем, это очень плохо. Это транспортные корабли, которые перевозят легионы. И, собственно, они захватывают планеты. Этими легионами. Так что их нужно на излете хватать, уничтожать, иначе... Такой засланный казачок, хоп, присосался к твоей планете, все, она уже не твоя. Вон, полетел он туда. Хватай, лови. Ну, хоть ходов много у этого наемника. Блин, он реально нацелился на мою 16-значную планету. Так, туда я не достаю. И сюда я... А, нет, сюда я достану. Сейчас все будет. Вот. Все получилось. Зона добычи. Добыча. И лаборатория. Раз и два.
факты. Но это реально напрягает. Мне нужно быстрее, но я не могу быстрее строить. Мне нужно изучить технологии военные. Или придется строиться уже так, хоть как-то. Какие он корабли строит с ракетами? Так. Можем тоже строить с ракетами, в принципе. Цена антиматерии. Сколько у меня? Плюс 4. Строиться ты будешь 12 ходов, аж строиться будешь. Что лучше? Тут ничего не надо, тут антиматерия нужна. Но правда, учитывая, сколько ходов строится будет, она, конечно, отобьется. Так, ладно. Ладно, один пока построим. Ну как построим? Аж через 12 ходов. Ну, лучше, чем ничего. Да, и у меня минус 27. Скоро проблемы войны отойдут на другой план. Потому что у меня будет дефолт. Надо что-то делать. Надо аномалии кушать. И переместить вот сюда этого парня. Нехило он так тут летит захватывать. Кто-то затырил себе это здание. Универмаг Пэкстон. Кто-то затырил себе глаза вселенной. А, вот вместе нафиг. Ну, фиг с ним. Глаза вселенной, кстати, бредовое здание. Тинкс. Торговля, отлично. Давай поторгуем. Я тебе дам эти открытые границы. Ты дашь мне... Ну ладно, давай мне и то, а я тебе вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, дай мне только кредитов побольше. Вот, отлично. Живем пока что. Текс, минус. Ага. Так. Надо успеть затырить Дюранти. Хотя тут артефакт экономики вкусный. Посмотрим. Да, мне катастрофически не хватает защитников. Так, тут построим эту шахту. Тут и тут и тут. Ну пока еще администратора есть, давайте возьмем предпринимателя, отправим его на вот эту планету. Так, бонус у нас чистой прибыли 0.4, а станет 1.8. Уже что-то. Строим экспериментальную камеру для увеличения исследований. И население. Да, кстати, у меня уже два населения, можно... Черт, я тут минометчик строю. Эх. Не хотелось бы мне, конечно, воевать в такое время, но приходится. В итоге сейчас все позахватывают, все вот эти вот планетки. Ты куда, кстати, летишь? Ну вот это, ну ладно. Давай. Так, с камера, камера. Пойдем за этой камерой. Да, и Дюранти хочется, и тут много потеряю, если. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, короче, я потеряю Тули и Промети, а взамен получу Дюранти. Сколько у меня Дюранти приход? Прирост. Один, а Промети 4. Да. Тут выбор очевиден, у меня мало Промети. Так, все, с этим определились. Тут полетим чуть поближе, посмотрим, что там. Thanks. Что у тебя тут
ничего не понятно. Без шпионажа не знаю, что там внутри скрывается под завесой. Капаем вот это. Где будем строить? О, вот так, шикарно, да. И улучшить столицу. Колонию. Колонию столицы. И космоверф построить, да. Такс. Что я теперь хоть успею поймать, или уже я все про-про-про потратил? Ну вот, можно артефакты свидетельские успеть затырить себе. Дюранти уже я потерял этот. Вот этот хоть вытырил. Но опять-таки, достаточно уничтожить базу, и все это ты теряешь. Ну вот, куда ты летаешь? О! Нехилый такой рейндж. Ну потому что карта маленькая, на самом-то деле. Прометия много. Привет. И тебе привет. В общем, я нашел Прометий чисто случайно. Взглянул вокруг себя. Так. Так себе. Вот это хорошая. Ну, полезная. Не ахти. Так. Не пристраивайся ко мне сзади. Ты меня смущаешь. Я начинаю думать, что ты мне объявишь войну на следующий ход. Так, осталось всего ничего. Изучить систему обороны. Специализировать, изучить систему щитов, точечную оборону, защиту от ракет, защиту от кинетического оружия и специализировать это все. Ох, черт. Это все мне надо было делать ходов через 30 изначально. 40 изначально, когда мне объявили войну. Чтобы успеть себе немного раскачать экономику и промышленность. 6 ходов, нафига много. Давай хоть дипломатию сделаем, может остальные мне ничего не будут делать. Так. Прагматизм. Сколько у меня уже жрут? База 11 съедает золото. Колония 48. Нехило так, 23. Ну, база скоро я смогу избавиться от этого. Так, что тут? Если прагматизм, он без разницы, прагматизм. Все строительство, строительство кораблей, строительство кораблей. Короче, сюда лучше всего впихнуть звездную кузню. Все строительство, плюс 3. Тогда делаем вот так, планетарный экстрактор сюда. Заводит. Население. Такс. Тракторы редких металлов сюда. Апаем Ксантий, чтобы его больше добывалось. Текс. Инкубатор чуть попозже, наверное. Вон содержание еще одно золото начнет требовать. Тогда. Планетарный компьютер поставлю. Да, все, не улучшаем, готово. Главное успеть перехватить его транспортники в случае появления таковых. Это самое важное. Такс. Артефакт это интересная фича. Бывает, строят сразу те здания на планете, либо заканчивают изучение технологии. Так. Постройка снайпера. Вообще ни о чем кораблик, но для галочки, так сказать. Фишка в том, что транспортники не имеют атаки вообще. Да и защиты, в принципе, тоже. То есть его механика, он летит и захватывает планету. Если на планете будет любой, ну, вот, обороняющий флот с
если будет любой кораблик, даже вот такой, где я его, кстати, строю, вот здесь, наверное. Да, даже если будет вот такой вот маленький кораблик, совсем никакущий, с одной пушечкой, у которого 6 хп и 1 атаки лазера. В общем, он не сможет захватывать планеты. Собственно, это как раз таки то, что мне сейчас и нужно. Еще бы хорошо, наверное, одну звездную базу определить под военную, чтобы давала буст к характеристикам самолетов, космолетов. Но пока не до этого, к сожалению. Еще по-хорошему надо экономику начинать раскачивать. Потому что меня как бы в минус идет все. Деньги пока есть, но это чисто вот на аномалиях и на том, что я ботом продаю свои технологии. Так, исследование. Стена обороны. Где мой кораблик-то? А, вот он. Ладно, пойдет. Камера. Космомусор, камера. Космомусор, давай вот это вот. Где бы еще что-то украсть? Ну, здесь я, кстати, неплохо так украл. Дюрантия. Еще и артефакт на... Да, только бонус совсем маленький, 5%. Вообще сумма 15, но это... Можно неплохо раскачать, если изучать технологии по артефактам. А я трачу время на военные технологии. Обидно. А все из-за вот этих вот Snati Prime. Да, не повезло. Не захочу. Так, в принципе, можно планеткой. Космобазой подвинуться сюда поближе к врагам, чтобы иметь чуть больше вижена. Добыча, ракеты, сканера. Небольшой вижен, но хоть какой-то. Так, у него влияние начинает расти. У него две планеты по 21, а у меня одна. Это уже будущая проблема. Производство населения. Такс. Нанороботы. Улучшенная столица. Камеру еще надо бы. Черт. Вот так. Все грейдим кнопкой C на клавиатуре. Ну и ладно, пускай грейдится. Там определимся с экстрактором. То же самое CCCCC. Даже не знаю. Нет, наверное, вот сюда поставлю. Столица. Ладно, потом с этим космоверх. Такс. Ну, в принципе, я тут подразведывал себе все, что такое полезное было. Можно отправлять его на орбиту планеты, чтобы бонус получать в промышленности. Так, 1, 2, 3. 4, 5, вот оно. 2, 3, 4. Вверх тут как раз неудачно. Так, еще. 1, 2, 3, 4, 5. Считаем. Так, ты пока постой. ВФК. Все, вроде закончилось.
Еще население. Еще население. Продолжаем штамповать население. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот как-то так. Он уже полетел. Желающий слить моего разведчика. Так, военная сеть. Да, смысла в ней пока никакого. Ну хоть сканер поставлю. Так, минометчик появился. О, вот это уже. Вот это уже интересно. Так, все, стоп. Пока не строим. Мне вообще нужно колонизаторские корабли спавнить. Чем строить им лучше. Так, аномалия. Камера. Космомусор. Камера. Где бы их побольше напилить? О, вот здесь их много. Да, полетели сюда. Точно, я мог правительство давно сменить, наверное. Нет, пока не мог. Плутократия. Экстренная коалиция. Следование минус... О, не, не. Вообще доход плюс 100%, но минус 5-75% исследования — это слишком жестко. Слишком жестко. Можно, в принципе, выбрать это, что я тут получаю. Плюс 1 ходы. Тут рост влияния. Плюс 10. Так, никого пока не буду ничего трогать. Все равно смысла нет. Так. Население уже прилично. А строить все нечего. Никакие технологии новые не изучаю, потому что изучаю военное дело. Так, сливаем и тебя тут. Да, в принципе, если так все пойдет, то мне хватило одного корабля. Если ты сюда нападешь, победа весьма вероятна, но не гарантирована. О, там неплохо, у него защита ко всему есть, небольшая, но есть. Тенекс. Следование. Уменьшаем массу брони. Ладно, пускай построится пока хватит. Так, интересно, я успею еще хоть что-то захватить. Хоть где-то. Вот это, наверное. Они в самом краю. Да никто не пойдет еще. Так, камера. Мусор. Разведчик сюда поставим. Положение весьма вероятно. Я не сомневаюсь, там по единичке атаки, но зато по 5 защиты. Так, сюда и сюда. Еще 4 улучшения, и я смогу наконец-то отдохнуть от военных технологий. Сколько тут у меня населения? Достаточно. Еще инженерный корабль. У меня, кстати, администраторы закончатся. В чем?
Так, на первом делом свою столицу обезопасим. Ты построил мне еще потом снайпера. Ты в АФК. Он привел сюда. Я тут ничего не вижу. Заберем мусор. Космомусор. Так. Я уже забыл, кто куда летит. Ладно, пока. Заберем то, что поближе. Мне не нравится эта планета. И это, в принципе, тоже. Прометь, сколько у меня единица и нету. Вот, уже неплохо. Так, ты летишь сюда. Ага, вот новый гражданин, администратор. Все, теперь у меня есть на что строиться. Так, инженерный корабль. Привет, давай я предложу тебе свои... Ну, тебе мало денег, кстати. Давай мне еще денег. Вот так пойдет. Да, хорошо, что я его тогда купил. Мне кажется, он уже давно окупился. Ну, может, недавно. Именно если за свой бонус, то он, наверное, еще не окупился, но это уже скоро. В ближайшем будущем. Thanks. Так. Масса систем обороны поменьше. Производство населения. Так, ну давай ты тоже одного снайпера построишь, чтобы было. Раз, два, нет, вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Могу построить, да, могу построить экономическую зону, рынок и завод. Теперь вот все планеты, которые попадают в эту область, конкретно в данный момент моя родная планета, получают 10% бонус к доходу и 5% бонус к производству. Так, тебя оставляем сторожить. Забери камеру. Начинает уже влиянием продавливать границу к моей планете. Это плохо. Ладно, сейчас еще вот две технологии. Еще осталось чуть-чуть. И мы начнем развивать производство, экономику, влияние. Не все так быстро. Что у нас тут по дипломатии? Вот с этим мы давно не говорили. Но у него денег нету. Ладно, вот зато у него есть логистика. Нет, это дороговато для тебя. Вот так пойдет. Так, слайны. Следовательские договоры, дипломатия. Вот дипломатия мне нужна. Влиятельный голос мне тоже пригодится. Давай мне еще денег. Нет, мало даешь. Давай больше. Ну ладно, пойдет. Алтариане. У этих опять ничего нету, но зато есть грунтовое выведение. Что у тебя? У тебя ресурсов нету. Вот так. Если я предложу тебе дюранти... Ох, как ты обрадовалась. Так, с этими мы недавно общались. Открытые границы. Давай. Это мне пригодится. Ох, нормально так. У них денег много. 400 нет, мне надо больше. 500 нет, надо больше. 670, еще дай мне больше. Слушай, 30 монет за
Это как-то маловато. Ладно, пойдет. А, с тобой я уже общался. Снайпер. Так, тут уже есть один снайпер. Одного отправим сюда. Минус 6,2. Жесть. Минус 5,3. У меня сейчас, по сути дела, зарабатывает только моя родная планета. Так. Что делать? Закидывать сюда. Вот этого можно. Плюс 5 к производству сырья для любой планеты. Сейчас посмотрим, какой он бонус даст. 52, 71, 30. 68, 93, 44. Нормально, так бустанул. Очень прилично. Так. Полетели. В общем, не зря потратил деньги на него. На этого наемника. Вон они уже сидят. Оба здесь. Блин, ну название, конечно, ТКСЛРП. Судно-обогатитель наемника ТИТНЛП. Капец. Следовательский коллектив возьмем. И вот сюда еще что-нибудь тыкнем потом. Сюда мы экспериментальную камеру. Лучше вам не знать, что это такое. Ну да. Экспериментальная камера — это дело добровольное. Так, инженерный корабль. Раз, два, три, четыре, пять. Давай еще одну построим. Экономическую зону, рынок. Ох, а чё? А, дюрантия нет. Ну, то, о чем я говорил когда-то. В начале, когда только запускал стрим. По поводу того, что дюрантия надо будет много, да. И прометия полезно иметь много. Остальное не так страшно. Тулей, вот это вот. Вообще он там кушает, я не помню. Но он не принципиален совершенно. Эллерий тоже, он там для лазеров используется, что-то такое. Ну, тоже не особо нужен конкретно мне. Так, строительство кораблей. Значит, вот эту нужно будет сохранить. Точку. Здесь к влиянию хороший бонус. И к богатству еще добавят. Здесь строительство. Тогда сделаем вот так. Сделаем вот так, вот так и вот так. Сюда мне пока нечего поставить. Сюда мы поставим экстрактор. Но не сейчас. Так, все, хватит стенка. 10 к прагматизму. Строительство, богатство, строительство кораблей, черт, вот здесь строительство. Ну, можно сделать вот так. Оба. И вот так. Убираем улучшение. Сколько ты будешь? Не-не-не, вот это я пока не делаю. Отлично. Добыча всех полезных ископаемых увеличится на один заход. Ну, не на один, а 0,1. Это опять неправильно написали. Эллерий 0,2 добывается. Откуда ты его добываешь? А, вот он здесь. И антиматерии 0,4. С каждой по 0,2. Текс. Да, здесь. Вот это построим. Вот это построим пока что. Надо что сделать, пихнуть. Ладно, пускай пока так будет. Так, раз, два, три, четыре. Два, три, четыре, пять. Блин, она стоит прям на... О, как громко это было. Так, вот сюда переместись. Черт. Так. Управление. Так, военная промышленность 10, спад с увеличением дальности 9%. Ну да, единичку потеряю, ну ладно, пускай будет. Здесь вон 66, в принципе, оно сюда и не особо к месту. Ну, пускай будет.
Здесь вообще, по идее, надо отдельно строить. Кстати, а почему я не могу построить вверх? Потому что я привязал. Так я сейчас уберу. Вот, да. Так, раз, два, три, четыре, пять. Кажется, шлона. Все, опять у меня дюрантии нет. Ладно, у меня все единица добывается. Так, тут пока что ничего нет у меня. Это оставим под звездную кузню. Это оставим под влияние. А вот здесь вот забабахаем производство. Это сюда. Это, наверное, сюда. Это пока сюда. Это сюда. Вот это вот сюда. И а это пока я не знаю куда. Ладно, потом. Камера. Текс. Все, последнее улучшение. Неужели? Даже не знаю, нужна она мне или нет. Ну ладно, строим пока. Пускай будет. Население еще. Так, сюда пока заводы поставим. Богатство. А, я уже построил. Тогда даже не знаю. Вот так. Наконец-то. Жало. Правильно же все. Нет, неправильно. Что-то не так. А, ну сейчас доучу. Так, раз, два, три, четыре, пять. Полетел. Ждем. Я, кстати, отвлекся и забыл, что меня в любой момент могут эти парни захватить. Как он там коллекционирует корабли, там оказывается. Так, раз, два, три, четыре, пять. Правильно. Четыре, пять. Б. Эконом зона, рынок. Но это пока строить не буду. Мне главное деньги разогнать. Все, с этим мы закончили наконец-то. Давайте ксеноархеологию немного изучим. Текс. Ох. Уже 22:30. Черт. Многовато времени. Ну, да, ну, тогда мы сделаем вот это. Еще пару ходов и, наверное, пойду на сохранение. Завтра на работу надо ложиться будет скоро. Так, ладно, тут пока ничего не делаем, может, на нет, население не буду крейдить. Так, ну все, зацикливаем, чтобы постоянно они строились, вот эти вот кораблики с пушечками. Раз пушка, два пушка, три. И вот три модуля. Получается 4 урона кинетикой, 2 защиты от кинетики, 3 защиты от ракеты и 3-2 от лазера. Хорошая вещь. Так. Ну здесь вообще нет смысла пока это делать. Слишком слабая эта производственная линия. Ну да, и срочно будет изучать этот
аспект влияния, потому что вот эти парни уже сюда заходят, а эти начинают отбивать территорию. Так, давайте еще походим. Раз, два, три, четыре, пять. Эконом рынок. Сколько он мне уже дает? 61. Это в самом начале сказать, засранец. Не знаю, нужен мне от тебя мир теперь или нет. Ладно, пускай будет. Так, ну кораблики я далеко отводить не буду, вот тут вот на своей территории поставлю их как-нибудь. Так, ну раз теперь мы ни с кем не воюем, то самое время начать давить их влиянием. Для этого мне нужна, конечно, соответствующая технология. Так, информационный процессор поставим. Ну, туризм. Ну ладно, можно влепить его. Плюс он дает бонус к богатству. Можно будет потом построить что-нибудь такое эдакое. Текс. Пускаем. Вот это вот все соберем. Всякие мусора. А, вот аномалию не соберем. Камера. Мусор. Артефакт. Во, хорошая вещь. Так, ну и вот сюда можно будет тоже пока поставить процессор. Так, стоя, охраняй. Ты можешь вот это вот скушать. Да, мне еще нужны колонисты. Тут еще планет дофига. Рано радуешься, тебе еще пахать и пахать. Никаких корабликов. Текс. Что-то я хотел. А, я хотел это влияние срочно делать. Иначе меня начнут прессовать по влиянию. Так, вот это улучшаем. Давай пока нам помощь сделаем. Апгрейдим. Так, смогу это влепить. Вернуть сюда. Да, я вот только построил. Кстати, что-то у меня дамага много. 10, а должно быть 4. Как так? Что за бонус на тебя распространяется? Что за бонус? Должно быть 4. От кого ты его получаешь? Непонятно. База 6. База это вот это что ли? Так он не доставал до ее. А нет, вот здесь уже плюс 11 в ее зоне. Ну, странно. Перезарядка кинетического оружия. А, вот наверное из-за точности. Может это точность повышает? Но там все на 20%. И 20% от чего это идет, интересно, от 4%. Да, странно он считает, конечно, ну, урон-то, конечно, 11 веселее, чем 4, но какого фига? Так не должно быть. В общем, нужно культуру развивать побыстрее. А нет, вот тут я, кстати, его захватываю потихоньку. Плюс 15 к прагматизму. Сколько мне там осталось? 40, вот, 40.
60. Еще 10 очков. Скорее бы. Так, культурное построение. 63, 27, 28. Вот оно что такое. А здесь 204, 224, 65. Ну вот здесь они меня захватят. Культура, вон она уже. Еще пока на планету не налезли, но скоро. Так, администратора. Мне колонизаторов. Еще колонизаторов. Вот так. Ну и пока как все. Хватит для этого. Тэнкс. А вот здесь он потерял. 8. Надо глянуть. Кого-то он там получает этот бонус. Эй. Корабль украли. Где мой корабль? Нет корабля. Был корабль, нет корабля. Вот он. Где-то. А, вот. Забаговал. Все нормально. Я спокоен. Текс. Улучшаем. Делаем. Вот так. Ксанти ставим на улучшение. На роботов на улучшение ставим. Столицу на улучшение ставим. Все пока хватит. А, ТАСС. Снайпер вот сюда. Все, они... Нет, еще нет, ничего нет. Чем позже, тем лучше. Так, вот это вот мы берем. О, как у меня мало денег-то осталось. Ладно, я хоть в плюс иду. По крайней мере, я не встану. Насовсем. Так, вот сюда мы его отправляем. И он, кажется, умножает же. Да, вот, 1.8 на 6. Шикарно. Ага, я ж изучил этот исследование. Теперь бонус будет плюс 0.1. Что это значит? А, ну, было 5%, стало 11%. Отлично, здесь тоже. Плюс 27 уже. Ах, не хватает денег. Чё? Я совсем уже тратился. Вот, у тебя есть деньги. Ты со мной не поделишься. Может быть, и ты поделишься. У тебя мало. Так, а у тебя что там есть? Забяшники. Чё ты много требуешь? Свои услуги. Вот у тебя много. Сейчас я тебе понапредлагаю. О, шикарно. Так, открытие границ требует взаимоотношения минус 3 или лучше. Текущие взаимоотношения здесь. Ну да. Это то, о чем я и говорил. Дипломатия, она будет мешать. Все деньги мне. Прикольные парни. И они поклоняются какому-то Джеффу. А Джефф — это космический корабль. В общем, там вообще странная вся тема. Так, ну а военное население мне нафиг не надо. Вот деньги я с тебя сдеру. У тебя почему-то очень много. У тебя вообще технологий никаких новых нету. Ну, есть хоть деньги. Так, полетели хватать то, что осталось. Вот это вот. Ну, теперь даже девушка появилась. Можно опять слить на что-нибудь. Ну, ладно, не будем. Лучше преобразуем.
Кто-то еще можно забрать. А, черт. Надо подождать. Плюс 16 к исследованию, плюс 30. Это от исследования. Не, я от исследования не хочу ничего терять. Вот здесь я ничего не потеряю. Так, полетели. Заберем вот это уже, пожалуй. Ага, ага, о, шпионаж. Так, выбираем шпионаж. Грейдим. Сейчас прищелкаем по планетам. О, вон здесь вот получаем. Вот это вот получаем. Нет. Здесь я его строить не буду. Значит, пока нигде не буду. Улучшаем. Гидропоник парк. Ну как? Почему? Странно. Так, инженера давай построим. 6 или 5? Давай за 5. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, есть. Вот тут тоже он идет проблема. Сколько у нас? 144, 52. Да, да, да. Сколько генеришь? 5,6 заход. Привет, парень. Я такой же, как ты. Правда, я подобрее выгляжу. Так, гиперсиликаты. Ладно, давай вот это вот заходим. Если он еще ее не захватил. Вижена там никакого. Так, плюс 10% к росту. Грейдим. Так, ну и пожалуй, пока сохранюсь, пока это все. Доиграю. Видимо, я так ее и не доиграл. 7 часов играл, 10 часов. Так, как бы назвать? Да назовем просто. 1, 2, 3, 4. 4 0. Все. Пожалуй, на сегодня все. Продолжим там, не знаю, завтра, может, в Хон поиграю, может, в TX, как будет настроение. Но пока это все. Так, ладно, тогда до завтра. Сейчас нажму кнопочку завершить. Хотя я хотел еще посмотреть, как сделать так, чтобы качество не падало. Как это сделать, интересно. Потому что я смотрю, у меня прошлые эти 720 в качестве сохраняются. Ладно. Это нужно еще гуглить. Ладно, всем до завтра.